Хотели бы наши граждане жить дольше, и нужен ли нам эликсир молодости? Эти вопросы корреспонденты Информбюро задали гражданам и получили интересные ответы. Эликсир молодости, он как таковой более самовлюбленным людям, наверное, нужен. Но они тоже рано или поздно поймут, что это не так уж и хорошо, потому что жить долго – это тоже как таковое мучение. Будет перенаселение. Земля забьется, слишком много людей, будут искать пути, как их истреблять, наверное, не знаю, там уже посмотрим. Мне кажется, эликсир молодости не нужен. А почему? Потому что надо свои года, которые Богом отпущены, достойно прожить. А молодость, чтобы была, надо нормальный образ жизни вести, здоровый образ жизни, как говорится. Не курить, но выпивать в меру можно по праздникам. Я считаю, что эликсир молодости, в принципе, нужен. Я бы сама лично хотела всегда быть молодой, но именно есть другая сторона, когда ты бессмертная. Я бы не хотела быть бессмертной, потому что это все-таки как-то бессмысленно, становится скучно и так далее. Но я бы хотела до конца своей жизни остаться молодой.